Что сегодня с вами произошло? Можете пояснить? Подъехала к павильону по улице рабочей молодежи один. До меня докопался мужчина, домогаться начал. Я зашла в ларек, за мной закрыли дверь, выходить начала, обнаружила то, что машина моя угнана неизвестным ранее мне лицом. Я позвонила в милицию. Через некоторое время мне перезвонили, сказали, что машину нашли. Сегодня около 2 часов ночи оперативным дежурным по ММО было принято сообщение о том, что от дома номер 2А по улице Рабочей Молодежи был похищен автомашина УАЗ-2106. Незамедлительно дежурным по ММО был введен план перехват и ориентированный лишь состав на задержание данного транспортного средства. В результате разыскных мероприятий нарядом ГИБДД автомашина была остановлена, водитель задержан и доставлен отдел полиции. По какому поводу здесь находитесь? Угнал машину. На камне выбивали? Выбивал. А с какой целью угнали? Не знаю. Человек бес попутал. А ранее судимы были? Не было ни разу. Свою вину признаете?